Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра War Robots. Давно вы просили сделать по ней ролик, но дело в том, что игра очень долгая в прокачке. Поэтому видео будут выходить, но раз в месяц или даже раз в два месяца, когда будет вам что-то интересное показать, то бишь какие-то достижения, которые я сделаю на этом аккаунте. Итак, ребята, сегодня я вам покажу, как я добрался до уже бриллиантовой лиги. Вроде бы бриллиантовая, главное не соврать в начале ролика. Вроде бы бриллиантовая лига, там уже выдаются сундучки, вы уже знаете, что сейчас идет ивент, в котором можно выиграть хаечи. Конечно же, я этот ивент не выполняю, потому что это реально задротская тема. Тут с каналами не совсем успеваю делать ролики, а про ивент вообще молчу. Короче, мы сейчас играем бой, покажу результат, если что-то будет интересное. Также, ребятки, покажу, чего я смог достичь, свои планы в этой игре, и посмотрим, что же я буду здесь прокачивать. Здесь, конечно же, добавляются новые роботы, старые, можно сказать, устаревают, новые более мощные, более крутые, с более крутыми функциями. Но, как я и сказал в начале ролика, здесь в игре так все долго происходит, что если вы сюда не донатите, то это вам длиной в жизнь получится, или длиной в год. Можно так назвать. У меня, кстати, робот Хаечи уже на подходе. У меня 93%. Я мог бы его взять, если бы чуть-чуть донатил. Ну, просто не донатил. Просто там даже и золото есть. Просто не хотелось. Я вижу, что на подходе. Думаю, ну, я его и так получу просто, можно сказать, на недельку позже. Тут этого ничего, в принципе, и не меняется. Ах ты черт, ты посмотри, как он сдалека по мне шмаляет своим дробовиком. Уже все и снес. На! На, давай спрячемся. Нет, надо все-таки, мне кажется, с другой стороны зайти. Ох, обожаю этого робота. Просто Ланселот красавец, я вам говорю. Особенно с таранами. С другим оружием, но это не то. Вот с таранами он просто творит чудеса. Просто мега нагибучий. Конечно, может быть, сейчас результат не будет прям уж такой суперский. Но я вам скажу, что он просто всех выносит. А если бы тараны были 2-0, то было бы, мне кажется, вообще четенько. Так, кто там прячется? Выходи, давай! Выходи! Из-за скалы! Спрятался, ты посмотри, он прям туда пошел. Все, его вынесли. Так, вот-вот-вот. А, я на разряде, подожди, я на разряде. Сейчас мы этого Гриффина впаяем. На, дружище, получай! Да. Вот так. Просто вливаем. Просто прелестный робот. Вот реально, я вам скажу, что он стоит своих денег. Не говорю, что надо донатить. Можно просто здесь насобирать. Каждый день, выполняя ивент, вы можете заработать 100 золота. И, в принципе, даже если быстро, то за месяц вы его бесплатно получите. Давай. Да, кто там такой? Ах ты! Заряжаются мои таранчики, заряжаются. Давай, сейчас мы вот этого вырубим. Да, прячься, не прячься. Что ты сделаешь? Ну да, у тебя прокачанные арканы, не спорю, дружище. Все равно мы тебя сожрем. Все равно сожрем. Все равно прикройте меня, прикройте. 3000 хп, сдох! Так, давай мы тут появимся. У нас Гриффин. Давай, дружище. Кто мне в жопу стреляет? Это свой! Ах ты, жопострел, ребята! Чувак, жопострел. Так, кто тут у нас? Мне надо 300 метров. 300. Шутка 300. Протрак 300. Прыжок! Пока он в движении, надо дать залп. Огонь! Да! Вот так выносим. И падаем. И падаем. Это было так задумано, ребята. Вы думаете, что нет, Воблер, ты провалился. Ты не умеешь играть. Я скажу, это было задумано, ребята. Давай, давай, чуть-чуть, чуть-чуть. О! Пошла жара. Выливаем. Они у меня 10 уровня. Не могу прокачать, потому что там надо 14 миллионов, а я в игру играю редко. Тут еле 2 ляма держу, чтобы хотя бы белую валюту получать. Захожу там в день чисто поклацать сундучки. Да иногда 2 раза в неделю сбить золото. То есть каждый день даже золото не получать. Потому что не в приоритете. Игра у меня это, к сожалению. Игра крутая, но очень долгая прокачка. И маленькая комьюнити у нее. Вот почему ее и никто и не снимает массово. Не, ее-то снимают мелкие там ютуберы, но про крупных пока тишина. Хотя игра прикольная. Графонии бы сюда, конечно, поправили.
графоне тут немножко такой мыльцу. Здесь уже игра про роботов. У меня даже играл в нее. Там где хороший графон есть. Давай мы... А, там... О, сейчас мы выпрыгнем, смотри. Уже выпрыгнуть этого добрать. О, ага, добрали его в другую сторону. Это кто у нас? Лево. Лево держишь, получай зал. Да ты чё, ты такой крутой. Ты говоришь, что ты крутой. Разве это удар, как говорил Чак Норрис? Вот удар. Получай. Все толпой. Слушайте, еще получился же бой нормальный. Было прикольно, если бы я начал запись робот-ролика и всрал бы. Но такое бывает, это же игра. Кто? Кто? Где? Ну что вам хочу сказать, дорогие друзья. Сейчас посмотрим на результат. 700 тысяч, блин, без према. Ну ладно, надо было хоть активировать. Вот какой у меня рейтинг, 2360, на самом деле за рейтингом вообще не слежу, бои пропускаю, меня здесь штрафуют, смотрите какой штраф, видите? То есть потому что я реально забил на это все, то есть я выбираю именно карту, которая мне нравится, у меня нет робота на длинные карты. Потому я вливаю, видите, первый, везде первый. Хочу сказать, что на самом деле рейтинг ничего, вообще никак, о, Киевшторм! Набил, вот видите сколько, 300. Ну, в принципе, тоже неплохо. Вся наша команда набивала. У них, видите, плохо сыграли, ребята. Давай вернемся в ангар. И покажу, чего я смог достичь. А вы, дорогие друзья, обязательно ставьте лайкос. А также пишите, играете ли вы в игру War Robots. И на каком вы рейтинге. Вот, видите, я сюда дошел. Чисто случайно был здесь, потом здесь начал сундуки собирать. Дальше даже и не двигаюсь. Ты говорю, нет времени. Это все. Что касается по деталям, давайте покажу, что у меня есть. О, давайте даже откроем сундучок, смотри. А ну. Так, ну сейчас мне как выпадет какая-то дичь. Если честно, приятнее открывать сундуки за сотню. За 10 бесполезно, за 1000 ты можешь в какую-то фигню заработать. Ну а здесь хотя бы вот 70 деталей. А, 5000, да-да, помечтай называется. Вот что по деталям. Как я говорил, Хаичи на подходе, мог раньше, ничего страшного. Детали Шторм есть, но я не знаю, куда его ставить. Кумихо будет, ну такое дело. Можно, в принципе, качнуть, там точки захватывать, в принципе, по золоту, неплохо. Оружие меня не интересует. Булгасари, ну неплохой робот, но он устаревает морально, да? Вышел вот новый робот, вы посмотрите. Это просто ад. Здесь 4 средних слота. Я даже не представляю, насколько он... Это нереально 4 средних слота. Если я на этом... Сейчас скажу. На Ланселоте с двумя таранами 12 уровня разношу всех. То здесь 4 тарана, либо 4 аркана, мне кажется, он вообще будет. То есть ты только нажал кнопку, все, врага нету. Неважно, какая броня. Ну вот уже 910, видите? Даже не собирал он что-то там. Но детали на него дорогие, реально дорогие. Детали на Хаичи были подешевели. То есть там 100 деталей стоило обычно 1700 белой валюты вот этой. А потом она стала, по-моему, два раза я купил по 800. Ну, здесь все по-старому. Вот эти смешные акции. Мне кажется, разработчики приняли какую-то наркоту, потому что поставили цены. Откуда они взяли цены на робот? 4600 гривен, блин! Это эпик. Это просто эпик. Это... Я даже не знаю, с чем сравнить. Это, наверное, такой вот блок питания супер крутой на ПК, а не робот какой-то. А так типа 560. Ты его можешь вообще насобирать легкотня. Там по 1000 в день насобирается этой монеты. За 15 дней ты взял этого робота. Типа со скином. Ну, короче, дичь на самом деле. Такие цены. Вот это дичь. Откуда они берут? Да, я сейчас за 100 баксов чей сюда в доначу. Ну, короче, вы поняли, тут полная жесть. Ну что, в принципе, такая вот тема. Давайте мы еще один сейчас бой пойдем сыграем. И надеюсь, что у нас все будет. Давайте хоть прем возьмем, давайте крутанем тут. Лохотрон, боже мой, сколько здесь золота слив? По-моему, около 5000. То есть вообще, даже не знаю, что. Давай, наверное, ключи возьмем. Давай вот так вот заблокируем. Мне интересно, хоть кому-то с первого раза 1200 монет выпадало, то есть золото, 1200, мне кажется, никому, и это никому, то есть максимум там какую-то хрень дадут. О, вообще круть. Отстой.
Давай еще возьмем. Опа! Да-да-да, хотел прем взять, все, на этом мы остановимся. Можно другие подкрывать. О, Ланселот. Давайте еще бой катанем. Просили Варробос. Вот, ребята, вам Варробос. Варробос, Варробос. Ой, карта просто отстой. Давайте мы сейчас ливнем. Я понимаю, что штраф, да неважно, какой штраф. Мне главное повоевать. Сбежать. Предал всех. Воблер предатель. Да сейчас в любом случае кто-то потянется, за что не переживать. Это так разработчики типа борются с этими, с ливерами, которые стату понижают, а потом золото фармят. Не, карта тоже, мы же здесь играли. Давайте, наверное, отключу пока паузу. О, новая карта. Как говорится, то, что доктор прописал. Сначала берем нашего топового робота, а потом уже смотрим по обстановочке. Сначала, чтобы жестко надамажить, можно даже в центр газануть. Он у меня не сильно и прокачанный, потому что там прокачка уже надо там 7 лямов, там где-то еще, я же говорю. Там, в принципе, эти 7 лямов активировал прем, там, который, да, по акции. Ну, можно собирать, я не знаю, наверное, часа за 2, может за 3, но если в среднем 300 тысяч за бой приносить, то боев 20 надо, да? Ну ладно, часа 3-4, согласен. Сверху по этой линии, да? А давай мы этого уработаем, красавчика, давай. Давай, выхожу такой в бочину. Сюда щит. Давай мы тебя. Что ты тут стал? Ты точку захватил? Умри! Не бойся, давай перезарядимся. Перезарядимся. Там кто-то прячется, ребята, видели? 225 метров. Так, еще кто-то прыгает. Прыгун. Кузнечик. В траве сидел, кузнечик. Зеленый огуречик. Это Лео. Лео. На тебе, Лео. Получай. Прямо сейчас. Отстреляемся. 5 секунд зарядки у тарана. 5 секунд. Это просто... Это самая нагибаторская пушка. Да, она не катит против щитов, которые здесь есть физически. Ну, блин. Пушка очень крутая. Давай сюда побежим. Сейчас туда будем бить. Главное, чтобы... Никто в попу не зашел. Попострел. Давай. Опа. Кто там? Вот. Давай, давай, выносим Гриффина. Оп-оп-оп-оп. Вот весь дамаг, конечно, набивается чисто на этом роботе. Давай, 300. Два тарана 12 уровня. Это шишечка немножко прокачана, немножко робота. И просто выносится все на изи. Сзади, по-моему, кто-то не бьет. Давай уже доберем, который спереди. Так. Точку заберем, чтобы золото получить. А нашего завалили. Сейчас на этом бой закончится. Давайте разрядимся, чтобы у нас был полный разряд. Но я вам признаю, что на этой карте меня однажды Кумихо, топовый, я не знаю, какого уровня у него были арканы, он меня просто разобрал. Он такой выстрелил за секунду, спрятался за этот щит. Снова выстрелил, спрятался. Короче, разобрал мне двух роботов. Ну, конечно, я его наказал там. Мне что, роботов много. Ну, короче, все равно он жестко потрепал меня. Что там за прыгун? Ах, ты черт. А вот еще, вот идет. Давай мы его сейчас упокоим. Давай, давай, прыгай, прыгай. Да, да, молодец. Ты прям четенько так остановился. Куда-то он пошел, ты посмотри. Кто-то в бочину лупит. Да. По стрелушками, пулеметами, да. Точку, точку. Вот этого давай уже добьем. Да, он не захотел нам фраг подарить. Мы точку захватим. Побежали. Мы будем прям в топе по захвату точек, да, наверное? Больше золота получим. Так, кто-то там еще. Ах ты! Привет! Привет, я чувствую, что сейчас будет слив. Меня сейчас со всех сторон окружат. Давай мы чуть-чуть в правую сторону. Ой-ой-ой, мелкая это... Гадость с ракетами. Сверху еще кто-то. О, боже мой, куда я зашел? Куда я зашел? И где мои вещи со всех сторон? Ладно, берем. Врываемся в центр. Роботов много. Чисто по дамагу. Там у них сверху чувак. Вот на этой карте, когда сверху робот, то прицел же автоматически здесь наводится. Надо сбивать. Вот видите? Черт, что получается при выстреле. А как бы мне прыгнуть его уработать? Вот какая-то фигня. Давай мы его уничтожим, мелкая гадость. Уйди отсюда.
Ой-ой-ой-ой, там еще кто-то по мне рубил. Сбоку. А, вот уже чувак на арканах. Ну ладно, ладно, слил у робота. Ну что, ребята, так уж получилось. Тут я не виноват, такое иногда бывает. Просто со всех сторон. Смотри, они еще могут доминировать. Короче, план такой, залезть наверх и сверху вот этих двух забрать. А там еще какой-то черт, да? У них сейчас доминация начинается. Ну ладно, у меня 500 метров будет эти. На! Вот это мелкого я в прошлый раз таки не добрал. Панишер. Получай. Вот так вот. Да, Гриффин, лови от воблера свинца. Да, это свинец, тяжелый металл, дружище. Отходим, 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 отходим. Сейчас жопу мою. Ой-ой-ой, жопа горит. Ой-ой-ой, не прыгай, не прыгай. Не прыгай. Нормально так, 50% хп потерял. Что это сзади бежит быстро? Какой-то стрёмный робот бежит, ребята. Я не хочу даже туда идти. Я как-то боюсь. Какие-то страшные роботы. Ты смотри, он прям с этими таранами прокачанными. Даже туда и подходить. Еще у них три точки. А, там арканами целится, смотри. Он подпрыгнул под потолок и разрядился. Подожди, стоп, стоп, стоп. А кто там у них бежит? На! Давай, давай. Фигня, фигня. Фигня, ребята. Сейчас точку захват. Блин, мы сливаем. Мы жестко сливаем. А что делать? Что делать? Стоп, стоп, паника, паника, паника. Отставить панику. Прыжок. Не знаю, смогу ли я его завалить. У него же все-таки дробовики. Ах, я его-то завалил. Ну, как-то база все равно их. По-моему, мы все рунькали. Я много-много чего нанес по урону. Да, у нас Наташка. Короче, если в команде Наташка, то это все фигня. Все фигня. Это что, ты посмотри, они мне сразу весь энергетический щит сняли. Иди отсюда, блин, со щитом лазишь. Так-так-так. Ну что, смотри, как у нас быстренько-то уходит. Все уходит. Я хоть пойду точку захватить. А, там пойдет, чувак, захвати точку. Давай центрально возьму. Блин, просто на глазах уходит эта шкала, которая у нас по захвату. Давай, молодец, да, чувак, останови. Я сейчас еще этот возьму. Давай, дробаш, дробаш, включайся. Огонь! Ракеты. Чё разно, куда те ракеты ушли, слушай, ребята? Слушайте, ребят, я вообще не знаю, куда они шли. Короче, куда-то улетели, но... О, давай мелкого этого. На! Давай, давай, давай. Ох-ох-ох-ох. Давай, летите, летите, попадите. О, попал, попал, ребята, попал, нормально. Сейчас он зарядится, выйдет. Ну, точка наша. Три. Так, где враги? Где враги? Подтягивайтесь. Очень жесткий бой, очень жесткий. Надо бы как-то мне залп по нему дать, а? Там еще кто-то бьет. Огонь. На, шмяк. Блин, ну я думал больше сниму, признаюсь. Думал больше. Ой-ой-ой, энергетическое оружие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же больно. По уходу все. Как говорится, картина Репина, приплыли. Давай, давай. Я его снял. Ядрить колотить, я снял и выжил. Пошел точку брать, ребята. Пошел точку брать. А, и там еще... Идет, идет, идет. Там энергетически нет смысла бить по нему. Пошел в зал. На, обжарил. И тут Лео прокачанный. Черт, и тут Лео по 150 тысяч. Да ты что? Тут по 150 тысяч. Это если не прокачанный 150 тысяч. У нас команда была слабая. Смотрите, то есть по роботам. Лео, Лео. У нас Наташка стоит издалека, стреляет. Она вообще ничего не нанесла. Но я вам говорю, сейчас посмотрите. По урону я сделал нормальный результат. Может, еще кто-то нормально сделал? Посмотрим. Что у нас тут на поле боя? Буду-буду. Буду-буду. Ну, видите, вот враги. Конечно. Он сейчас сам всех вынесет. Шишечка наверху. Поражение. Ваша команда всосала. Так и сказала. Ну, 700 тысяч делаю без базара. Да. Смотрите, 700 сбабахал. Чуть-чуть меня обогнали.
Потому что наваляли. Да, мне не повезло, там Гриффин у меня быстро слился. Второй робот в этом бою. Я вышел, меня со всех сторон прессанули. Ну что ж, дорогие друзья, такая вот интересная игра Варуба, с которой робот прокачивается быстрее, чем у вас течет реальная жизнь. Даже задание выполнил, отлично. Ну, я думаю, следующее выполню через месяц. С вами был Воблер, оставайтесь на канале, вы у меня самые лучшие. Пишите комментарии, нравится вам игра Варуба или нет. Удачи и пока.